четвероклассница Дарья Павловская признается, что утром хотелось поспать подольше. Однако настойчивость мамы и желание принять участие в акции перевесили. Даша пришла и не пожалела. Теперь на территории родной школы будет расти ее собственное дерево. Девочка будет сама ухаживать за ним. Когда сюда приехали, все-таки преодолели свои нежелания, выглянуло солнышко. И вот видите, мы достаточно сейчас это делаем активно и с радостью. Максим на акцию «Наш лес, посади свое дерево» тоже пришел с мамой. В школе «Надежда» так сложилось, что родители принимают самое активное участие в образовательном процессе. Они главные помощники учителей. И все праздники традиционно проводят вместе, дружной компанией. Настроение отличное. Ребенку тоже все понравилось, помогал сажать. Нам здесь очень так больше нравится. На территории школы силами родителей, детей, представителей общественных организаций, депутатского корпуса были высажены 10 лип. Активное участие в мероприятии принял и глава округа Андрей Иванов. Кстати, к ребятам он пришел не с пустыми руками. Руководитель муниципалитета вручил ученическому сообществу акустическую систему. Дети улыбаются, родители улыбаются. Здесь очень хорошая, доброжелательная атмосфера. Мы вчера еще работали, готовились к этому празднику. Вот, поэтому, конечно, великолепно. Подарок великолепный. Мы будем проводить мероприятие на всю большую школу. У нас 3 отделения школы. Будем собирать всех, проводить мероприятия. Потому что нашим деткам, особенным деткам, нужны эти мероприятия для общего развития. Ну и нам они нужны для общения с родителями, с ними. Недавно в «Надежде» завершился ремонт. Андрей Иванов осмотрел здание и в целом остался доволен качеством выполненных работ и готовностью школы принять детей. Все сделано качественно, и родителям благодарят подрядчика. Я выразил слова благодарности. Молодцы, откликались на все просьбы. В процессе ремонта сделали быстро, качественно. Еще взяли на себя повышенные обязательства по гарантийному ремонту и такому некому кураторству. Так вот зашла, что называется, в душу эта школа, детишки, которые здесь будут обучаться. Сейчас ученики занимаются сразу в 3 зданиях. Места не хватает. Вопрос о строительстве единого учреждения прорабатывается в администрации округа. К этой ситуации нельзя относиться и быть равнодушным. Мы уже как-то все прикипели к этой нашей пока проблеме. Но уверен, что в ближайшем будущем появится новый дом у наших детишек, который требует особого внимания. Он будет достаточный по объему, построенный по всем стандартам. И мы снимем раз и навсегда эту проблему на территории нашего округа. Ребята пообещали ухаживать за деревьями и следить за тем, как они будут приживаться на новом месте. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».